Кол со мной. В кишку, за мной. Бегу, бегу. Не через центр, а народа так. Куча, бегу. Сразу на. Да, точно. Там за мной какая-то петрушка бежит. Петрушка бежит. Я заметил. Я за ней бежал. А ну, ебать. Прикинь. Где кто еще? Ты живой? Там один. Их двое. Трое. Там трое. Не вылезай. Один за ящиком сидит. Прям за тобой. Засранец. Но все-то уже убежал, поэтому. Так нас всех слили уже. Ты ничего сделать не смог. Он только что вылез, чувак. Могёшь же, а? 4-1. Один раунд сыграл, сразу слился. Со спины вылезли. Убежал направо. Еще вылез со спины, только что. Бежит, бежит, бежит. Наверху точно. Я знаю. Аккуратно. Тесту взять, все лишь. Ну? Жить ты будешь? Подожди, тихо. Их целая куча. Их очень много. Оп-оп-оп. Время выйдет, и хана. Да похуй! Я знаю время. Иди давай. Петушка. Сука! Ты старался, ты сделал все, что мог. Ну да. Ну да. Так же? Я его даже не слышал. Услышал последнюю секунду, блядь, и только переключился, он меня вынес нахуй. Ну ты бы не мог что сделать, у тебя окружали. Ты за мной? Да-да-да. А я слышу. Ёб твою мать, вы мешаетесь! И ты выжил, главное. Ебать, нихуя хардлайн. Это что за хуйня была? Я не видел, меня убили. Я пока на тропе еще сидел. Ну ты видишь его звание, да? Магет, видимо. Хрен его знает. Нас опять всех сняли. Хорошее начало. Думаешь записывать, и получается вот так. Как вчера, в принципе. Офигеть. Что? Ну да, не очень хорошо получилось. Террорист! Нет, ты видел, как он убил? Я видел, он вылез, выстрелил и все. В одну секунду с калаша из пистолета сразу. Как? Пин 3. Туда же. Я сомневаюсь уже. Через центр? Через центр. Возможно, через центр в кишку. Граната! Ай. Как я вообще одного слил, не знаю. И все присели, вы чё? А ты где? Я тут, наверху. Я снизу, обошел. Ну как обошел? Не совсем. Никого не вижу, на! За гробами. За трактором, короче. Ой-ой-ой. Справа вылез, чувак. Убежал уже. Может, показалось, не знаю. Ай-яй-яй. Застреваю маленько. Все косо, короче. Не очень получается. Молодец. АФКшника убил. Могёшь. В сток убежали. Один из них. Добить успел. 8-3. 8-3. Нормально. А я сейчас двоих вынес. Пидорасом стал. Пошел ты. А что нет-то? До следа. Ложись, граната!
Ты прикинь! Вылез, палю, он такой, пык, и все, меня нету больше. Прям хэдшотный. Без труда вообще. Без напряга. Да отойди, бля! У вас там трое. Куча. Офигеть! Минус 46, минус 18, минус 69. Минус 29, минус 30. Ты блин, вообще. Подпирают собаки на центре. Бесит. Не лучшая игра, короче. Да не, нормально, нормально. Ну пока что это. Еще не то самое, не финальное. Нас, конечно, рвут, но ничего. Ну, в принципе... Мы тоже сейчас начнем рвать. Сейчас увидишь. Если. Кликом я, а не это. Понял. Отбовочная. Это логично. В принципе. Ложись, граната! Ёб твою мать! Ёб твою медь, минус 49! Ты живой же еще. Ёб твою! Вообще слов никаких нет, если честно. А как ты узнал, что отнялся, ты живой еще? Да твою мать, а кто гранаты сам в меня кинул, дебил? А, тебе отняли. Понял. Короче, игра за террористов вообще не то. Или хрен знает, я вообще ничего сделать не могу. В этот раз. Один. Офигеть, ты даешь. Там, откуда? Где. С А. А, понял. Хреново. Бомба-то там в кишке осталась. О, охренеть. Да я медленно уползал. У него все шансы были. Нафиг ты вылез, рано! Ты тоже вылез. И слился. Да я и. Там другой случай был. Он успеет. Я по-любому. Знаю, что он успеет. С минеркой или без он успеет? Может не АВМ взять, а? Сейчас посмотрим. У меня нет с собой АВМ. Поставил калаш и зря поставил. А может и нет. Просто не могу никого убить. С калашом или без. Там АВМщик. На. Был. Был, я заметил. Власть, власть, власть. Я с АВМ потихоньку. Ай-яй-яй-яй-яй, прям в ноги. Это, блядь, как? Кто мне объяснит? Грена меня просто вот... Блядь, все мои хп убило. Сколько у меня хп? 3-7, 3-6. И не один. Ух ты. О, неужто? Там еще один остался. Где? Неизвестно. Мы заложили бомбу. Ну сейчас он... А, он не обошел. Ждем, да? Тем временем бомба уже все. Опа, пошел в кишку. Спалил только что его. Да? Но смысла не было уже, он не успел бы. Ништяк. Еще раз соваем. Нифига не ништяк. У меня почему-то все нормально. Да уйди нафиг, нет. Как нет? Долбанный бисквит, я его сейчас кикну, за то, что он меня подпирает. Уйди. Молодец, пацан, нам всем очень интересно за тебя. Что написано? У меня примерно столько же. Прошу. Что? Ты чё так долго его убил? Как он? Откуда он вообще выпрыгнул? Не знаю. В смысле не знаю? Ты же там был, убил. Я сидел в пасточку. На этом. Да пасся. Откуда они обычно влазят, СВМ? Ну, центр, по сути. Ага. Возле ворот. И он куда-то выпрыгнул, убил меня. Откуда, вообще непонятно. С А. Или с ящиком, может быть. Я двоих только слил. Его тоже. Офигеть, я слился вообще по-нубски. Миссия провалена.
Тут все так сливаются. Не да. Очень хорошо. Я настроен играть серьезно. Ну так будь. Серьезно. 9, 9, 5, 7. Блин, фигово все это. Ну потом, дофига. Вот вылезаешь, сразу глина получаешь. Накидали. Нафиг. Подойди, не мелькай перед прицелом, Лёха. Как? Блять, как он это делает? Как? Просто выпрыгивает, блин, в прыжке. Вот ты знаешь, что я там буду стоять, да? Просто вылетает и бам! Вообще в шоке я. Ты, блядь, я не знаю даже. Да иди твою медь! Минус 37, минус 31, минус 79! Я офигею вообще! Лучше б я коллаж взял, блядь. Лучшая игра. Да выёживались, блин. Я больше никогда не буду террористом. Террористом быть плохо, понимаешь? Нормально. Лучше быть хорошим дядей и играть. Надо стараться уметь. Быть плохим? Не лезь, не лезь. Вот сейчас опять гренами тебя накидают. Слышишь? Осколочная. Я слышал в кишке. И по центру тоже. Он, скорее всего, убежал. Ого! Дай твою медь! Минус 27! Не повезло? Я отвлекся. Я увидел. Там чувак вылез справа, я на него отвлекся. Наш ведь? Наш ведь, да. Я напрягаюсь и не смотрю на нашу карту. Где кто? Другие дела у меня. Уйди! Гранаты летят! Че вы вылезли-то за мной? Так постоянно толкается, где пройти. От грен. Ты еще, блядь. Да отойди, это мое место. Да, конечно. Купил, что ли? Да. Чем? Свои? Ты самый, да? Ну и че, все очкуют, вылазить, что ли? Пошли, пошли. Эй, как? Как? Да, вот именно, как? Как он убивает? Минус три разом. Я даже ничего сделать не успел. В одну секунду троих. Да-да, я ничего сделать вообще не успел. Он просто идет такой, и все. И все. Просто. Он цитрамонт сейчас нас зарешает. Он, блядь, нереально вообще стреляет. У него не только лоха. Ну это ж just 4 kill. Just 4 kill? Ноунеймы. Про хиндей. Я имею в виду, что они вообще неизвестны. Как по мне. Я их не знаю. Уйди, 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 уйди. Получай! Мне прям гос. Какая юрец, отчаянный тип. Юрец? Ну. Почему? Да не толкайтесь. А кто-нибудь кроет? Нет, ты кроешь. Это добить хотел бы. Крою, крою, там один А. А нет, он у тебя был. Нормально так, слушай. Ну да. В принципе, сейчас получилось. Как получилось, не знаю. Самое главное, не толкайтесь, ребята, на центре. Они толкаются все равно. Мне это бесит. Оба! Чё, оба? Дым, что ли? Чё-то новенькое, да? Такого обычно не было.
Удачная. Я не вылезаю. Что-то маленько опасаюсь. А я погнал. На А! Трактор! Вот. Ай. Станек снайпер меня убил. О! Быстро. Поднимаемся, ребята, поднимаемся, да? Ну да, надо. Да они нубят просто. Ну да, заметно. Что ты говоришь? Кэпчик, видишь, там у нас в тиме? Офигенный кэпчик. Ой, Грена сейчас прилетит. Прилетела. Вылезаем целой кучей. Так. Там на еще гуляют. Опасно. Вау. Отойди. Там слева стоял еще мужик. Все, убили. Вот прям под прицелом всегда прыгаете, а? Трейбл, как? Да он вообще никто не убил как-то. Сам такой. Пошли, раш, вылазим резко. Ложись, граната! Еще грены прилетят. Воу! Да отойди, Лёха, нафиг! Ты не смотришь вообще по сторонам, когда бегаешь? Я убил тут. И чё? 89, хардвайн. Мало ли кого-то убил, ты по сторонам смотри, когда прыгаешь. Сам не лезь под руку, потом жалуешься еще. Я не лез. А кто куда лез? Я назад отбегать, а ты справа от меня вышел. Ты на меня вышел, а не я. Всё, мне как бы... Как девочка. Так бесит, когда подпирает, потому что. У меня жизни остается, я убегать, а фиг. Фиг куда убежишь, тебя подперли, блин. Потому что меня могли убить. И чё? О, ну, блядь, ты пошли всего, конечно. Конечно, лучше меня вытолкнуть, пускай меня убьет, чем тебя. Вот я понял твою тактику. Так вот ты и остаешься один всегда живой. Всех убьют, ты один останешься. Конечно. Я понял. Все с тобой понятно. Все, молодец. Ты меня разоблачил. Да. Шерлок Холмс. Разоблачение века. Кабанчика тебе. Крейсер тебе. Ты начал кабанчиков разводить. Ой, бля. Ладно, попробуем еще раз. 8-8, смотри, мы не даем им спуску. Напряженная борьба. Не даем подъем им. Да-да. Сейчас прилетит. Нет, прилетел. Сейчас прилетит. Бля, отойди! Всегда старайся немножко с краю бегать, что ли. Ай-яй-яй. Поаккуратней. Там их много очень. Я знаю. На. Сейчас повылезают. Ой! А, у меня 20 хелов же было. Да не плачь, я клюк, я калач. Минус 77, одного снес и минус 26. Ну, блин. 50, 65, 29. Санёк, как он меня так быстрее убил-то, а? Прям в него полил. Без промаха. Бывает, не впервые уже. Скажешь? Что я скажу? Да печально все, что я скажу. Что вы думаете по этому поводу? Сейчас мы сольемся. А может и нет.
Опа. Тяни, тяни, тяни. Успеет. Если нет, его нет минерки, успеет. То он успеет. Нет, не успеет. Даже с минерками не успел бы. Я говорю, а, ну да, скорее там всего. Там доли секунды ему бы не хватило, потому что уже сильно быстро запикало. Ну да. Вначале было не очень, сейчас маленько получше стало. Смотри-ка, ты меня догонять начал. Ага. Ложись, граната! А где все? Че, выбегай, где все? Оба, с кишки сейчас вылезет, возможно. Пришли, наши все. Сюда. Они, видимо, оружием там менялись. Вот ёб твою мать. Майкл Фелпс, 79, 29, еще одному. И еще одному 3 хп снял, как не знаю. Скорее всего, с Грены. А ты живой. Ну-ка. Нет, в списке. Ай-яй, откуда? В кишке. Я понял. Походка Майкла Джексона. Задом. Ай-яй! Бывает, берешь в руки нож или там веном, да, и вылезет какие-нибудь. Бомба-то на их базе валяется. Да блин! Я ему вообще ничего не урона не нанес. А я снял ему 23. 9-9. Нифига напряженная вообще игра. Да-да. Причем смотри, сколько нас в тиме и сколько их. Ага. И у них звания покруче наших. Да, иди отсюда. Не, не уходи, его наш. Наш чувак. Нас еще будет меньше. Они кишку начали рашить потихоньку вот. Один из наших в кишке, если его убьют, мы узнаем. О, бегут, бегут, бегут. Нет? Не слышно. А, опа. Кишки убили нашего. Как он это делает? Бля. Я на всех уже не знаю. Как? Почему? У него ППшка просто еще. Тихо. Давай. Жесть. Прикинь, вот слышал, да, на лесенке? Почему я топнул, я на шифте шел. Опа, во-во-во, я согласен полностью. Ну, кажется, они не станут. Конечно, не стану там сокланы их. Ложись, граната! Ну так. Я вот шел абсолютно один. На шифте, видел? Да, да, да. Я тоже с калашом. Тяжко все это. Даже не знаю, влаживать ли эту серию потом. Смотри, там в кишке один. Да, 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 он самый был. Ага. Вообще все мимо, он меня прям вообще прям очень быстро снял. Да минус 57. Уже не прет, да? Совсем. Да что-то на тактику меня ТВМ, что ли, блин. Меня аж вон ЛВМК обогнал. Ага. Да потому что наши не рашат, то мы выбегали толпой все, а тут что-то все присели наши. Угу. Опасаются. Mm-hmm. Боятся умирать. Я так понимаю. Может попробуем зарашим через А? Ой, через кишку. Вот не знаю. А чё мы теряем? Без да понятия. Всё. Ты последний морпех. Миссия провалена. Победил Global Risk. Ага. Давай через кишку зарашим. Как обычно это делаем. Как в первые раунды. Они уже. Давай, давай, давай. Давай, шевелись. Сначала через кишку, потом обратно на центр.
Ну, на, не будем заходить, потому что их по-любому там дохуя будет. А вот в кишке мы кого-нибудь поймаем. Угу. О, бежит! Так, спокуха. О! Нифига! В кишке двое. Где моя грена? Трое в кишке. Какие грены нет у меня? Трое там, убегай, 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 там трое. Я грена кидал, что ли, оказывается? Один с... Заткнись. Ты не сможешь ничего сделать. Влезайте уже. Восемьдесят семь, 48, 23. Минус 2. Молодец. Сейчас я ВМ возьму, заколебали они меня. Давай, добей там этого самого. Я Эльне. 23 всего. В кишке с ВМ тоже хорошо стоять. Если он дробовиком, он там самый. А он взял другое оружие. Ну, вообще какой-то странный тоже этот тип. Если так посудить, то все странные. 15-6. Наш вот Цитрамонус. Цитрамонус. Миссия выполнена. Победил Блэклист. Ништяк, мужик. Респект тебе. Ага. Делаем их. Цитрусовый наш. Ага. Помнишь, да? Говорящие дыни. Помню. Вау. Хардвайна. Ништяк. Твою мать, граната прилетела. Как? Меня быстрее убил. Как? Как? Тихо. Хочу, блядь. Вы столько пали, что он ха... Раз и все. Так, сейчас главное не слиться. Если что, отступай нафиг, лучше отходи. Ага. Осколочная. Ложись, граната! Ложись, граната! Осколочная. Нифига! Не сидел, не стрелял. И шаг. Майкл. Юрец, блин. Майкл. Юрец. Юрец подлец, блин. Ну, юрец, ты подлец. Сейчас я ему напишу. Осколочная. Вот живучий. Да вылезай уже. Заебись, да? Нифига не вылезает. Хуец. Че ты написал там? Юрец подлец. Большой хуец. Юрец, юрец. Мы положили бомбу в точку Б. Конечно. Как у меня? Не поймает. Такого быть не может. В принципе. Ладно, поставили на бэшки. А Мэдерны. А Мэдери не идет. А, он поймал его. Одного. Понятно. Миссия выполнена. Победил Блэклист. Вообще напряженная игра. Похлопаем. А похлопать. Красавчик. А похлопать? Доволен? Молодец. Возьми, сука, не сухарочки. Пряник. Ложись, граната! Осколочная. Осколочная. Не теряй голову. О, ты его снял? Жестко причем. Очень резко. Там еще один к тебе шел.
Нахуй он шел. Осколочная. В прямом смысле. Не теряй голову. Ай, красавчики вообще. Классный выстрел. Ты прикинь, в последнем раунде разношу вообще. Оба. Только по косте смог. Шли, короче, на Б. Ты прикинь. Это невероятно просто. Я минус 5 сделал. Или 6. Красавчик. Блять, такого быть может вообще. Ты меня обогнал. Как? Последний раунд. Да. Бывает, что такое? Еще говоришь, видео не буду выкладывать. Все, все, беру свои слова обратно. Прикинь, 5 или 6 снял за раунд. Это, я не знаю как. Второе место. Там их много, очень много. Походу мы сливаемся. В кишке еще один что-то самое, с двери стоит. Тихо, тихо, тихо. Я слушаю, я слушаю. Слейте, слейте, да. Точно. Сделали, что могли. Ну, умер немного очень. Но в конце, конечно, мясо было. Ого. А если сток? Слева, слева, слева. Да, а-а-а! Минус 74, прикинь. Да, а-а-а. Stick with me. I'll know what to do. They call me the Master Chief.